Приветствую вас на канале HardResetInfo. Сейчас покажу, как на Galaxy S22 сбросить настройки сети. Для этого мы с вами открываем приложение настройки и спускаемся вниз. Выбираем общие настройки, спускаемся опять вниз, нажимаем сброс. Сброс параметров сети и сброс настроек. Опять нажимаем сбросить. И вуаля, сеть была успешно сброшена. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч. До свидания.